25 июля 1945 года на заседании Потсдамской конференции Сталин сказал: «Я не привык жаловаться, но если бы я стал вам рассказывать, в каком состоянии находится сейчас наша страна, вы бы тут прослезились. 1710 разоренных городов, 70 тысяч сел и деревень, сожженных, разоренных, 6 миллионов зданий уничтоженных, 27 миллионов погибших. Огромные потери, но средств для того, чтобы быстро восстановить разоренную страну, отчаянно не хватало. Но союзники, которые могли прослезиться на Потсдамской конференции, они в то же время готовили бомбардировки против нашей страны, и советское правительство должно было с этим считаться. Должны быть затрачены несметные средства для того, чтобы создать атомную промышленность, для того, чтобы создать атомное вооружение, способное противостоять вот этим планам нападения на нашу страну». Юрий Васильевич Емельянов, кандидат исторических наук, автор биографий Сталина, Троцкого, Хрущева, а также книг и статей по новой и новейшей истории России, США, Германии. Работы по исследованию атомного ядра и созданию атомного оружия начались очень давно во всем мире. Начались они и в нашей стране. В 30-х годах уже были созданы научные центры по изучению и атомного ядра, и изотопов радиоактивных элементов. Такие центры существовали в Москве, в Ленинграде, в Харькове, Киеве, в Минске. Циклотрон, который был создан под руководством Курчатова и Алиханова в радиоинституте. Другие исследования, например, в 1940 году ученые Флёров и Петр Жак открыли самопроизвольное деление ядра урана. В том же году ученые Харитон и Зельдович открыли условия, которые необходимы для того, чтобы ядерный процесс носил непрерывный характер, характер цепной реакции. И в 1940 году, узнав о всех этих достижениях, академики Вернадский, Хлопин и Ферсман обратились в Президиум Академии наук с тем, чтобы создать комиссию по изучению атомного ядра. Комиссия была создана, и она подготовила план научных работ на 1941 год. Однако началась война, эти работы были прерваны, но вскоре пришли известия о том, что и в Германии, и в Соединенных Штатах ведутся работы по созданию атомного оружия. А затем разведчики из Соединенных Штатов стали доставлять информацию о том, что делается в этом направлении. В частности, такая информация была передана наркомат внутренних дел, а нарком внутренних дел Берия передал такую информацию Сталину. Одновременно Берия внес предложение о том, чтобы у нас была создана группа ученых, которые занялись бы исследованием в этом направлении. Сталин поддержал это предложение, но шла война, разумеется, сразу этим не смогли заняться, но 28 сентября 1942 года в разгар Сталинградской битвы было подписано постановление Государственного комитета обороны номер 2352 о начале работ в области урана. Вот с 2005 года этот день, 28 сентября, отмечается как День работников атомной промышленности в нашей стране. В начале января 1943 года было принято решение о том, чтобы начать разработки урановой руды в пределах Советского Союза, а в феврале было принято решение о создании центра по подготовке работ по созданию атомного оружия. Научным руководителем был назначен Курчатов. Работы начались, но работы шли не так быстро, как хотелось бы. В Америке они шли со значительно большим размахом.
больше средств, больше денег. Страна, в общем, активно не участвовала в войне. Они создавали в это время центры, которые обрастали городами, закрытые города. Абсолютная секретность. Все было засекречено. Даже вице-президент США Трумэн не знал о том, что делается по проекту «Манхэттен». Об этом знали только президент Рузвельт, военные министры и узкий круг ученых. В Советском Союзе пока дело ограничивалось кругом ученых. Но вскоре было подготовлено постановление о подготовке кадров для лаборатории, которую возглавил Курчатов. Потом это превратилось в Московский инженерно-физический институт. Но в это время пришли сведения о том, что в Соединенных Штатах уже готова конструкция атомного оружия. В апреле 1945 года Курчатов получил доставленную нашими разведчиками конструкцию атомной бомбы, план конструкции. Но для того, чтобы претворить вот этот план в реальность, нужны были материалы, нужны были знания, как сделать эти материалы. Многое приходилось начинать с нуля. Допустим, требовался плутоний. Плутоний-239. Такого вещества нет в природе. Он получается только в результате распада уранового ядра. И в лаборатории требовались новые установки. Курчатов обратился к Сталину с просьбой увеличить ассигнование на строительство лаборатории. И то, что Курчатов вынужден был обращаться к Сталину, свидетельствовало о том, что Молотов не слишком оперативно решает эти вопросы. А в июне 1945 года Курчатов опять лично обратился к Сталину с просьбой, чтобы вместо Молотова атомными делами руководил Берия. 20 августа, уже после взрыва в Аламогордо и после бомбардировок в Хиросиме и Нагасаки, был создан специальный комитет, который занялся атомными делами. Возглавил специальный комитет нарком внутренних дел Лаврентий Павлович Берия. Кроме того, было введено в состав комитета три ученых – Иоффе, Курчатов и Капица. Было создано КБ-11 при лаборатории Курчатова, которая занималась конструкцией атомной бомбы. Работа шла, создавались города, предприятия. На заводе Министерства сельского хозяйства в городе Сарове было создано предприятие атомной промышленности, первый оружейный центр, где и создавалась атомная бомба. Кроме того, как и по проекту Манхэттена по всей стране создавались атомные предприятия, которые обрастали городами, где жили сотрудники. Это были закрытые города, строжайшая секретность соблюдалась в них. Города носили вымышленные названия, которые нигде не были обозначены на карте. Это были лучшие ученые нашей страны. Помимо Курчатова и Харитона, тут были такие, как Зельдович, Долежаль, Бачвар, Липунский, Арцимович, Алиханов, Александров, будущий президент Академии наук. Целый ряд выдающихся ученых. Курчатов руководил большинством из них, поддерживал с ними самые тесные отношения и, наверное, до сих пор вспоминают, что если бы не личность Курчатова, если бы его, не его обаяние, умение организовывать людей, умение часто снять напряжение шуткой, как-то подбодрить людей, многого бы не получалось. Например, был такой случай. Один раз понадобились определить свойства плутония-239. И вызвали лучшего специалиста по группе платиновых металлов Черняева. И Курчатов подает ему коробочку, там четыре шарика. Один шарик величиной в 1 мм и три шарика меньших размеров, 0,5 мм, 0,8 мм и так далее. Черняев возмутился. И что, говорит, я на этой основе должен сделать какие-то заключения, я должен определить температуру плавления, физические свойства этого материала. Ну, знаете, надо соображать, прежде чем давать такие задания. Раньше я считал, что самая маленькая вещь на свете – это комариный нос.
Но оказывается, вы мне предлагаете сделать пипетку для этого носа и накапать капли еще комару в ноздрю. Курчатов рассмеялся и говорит: «Правильно, Илья Ильич, именно это я и вам предлагаю – сделать пипетку. А раз вы правильно понимаете задачу, то вы же с ней справитесь». Тогда Черняев расхохотался и сказал, говорит: «Ну, раз надо, так надо». Вот это был стиль работы Курчатова. Совершенно другой стиль был в руководстве спецкомитета. Партийные руководители, которые были в этом комитете, прежде всего старались показать себя, утвердить свою позицию. Они вели себя очень надменно. К брани и крику и ругани прибегал Берия, при этом обещая собеседникам переломать ноги и руки и также превратить в лагерную пыль. Но работа шла, на Западе не верили в успех Советского Союза. В 1948 году в журнале «Лук» исследователь Джон Хогерон и Элсуорт Реймонд написали статью «Когда Советский Союз создаст атомное оружие?». Там говорилось, ну не смогут они получить достаточно плутония быстро. Дай бог в 1954 году. Раньше невозможно. Это было очень обоснованно написано, основательно. Тем не менее, 29 августа 1949 года произошел взрыв первой атомной бомбы в Советском Союзе. А за несколько дней до этого Харитон и Курчатов доставили вот этот заряд в Кремль, лично Сталину. Он посмотрел, потрогал этот заряд, и вот он был приведен в действие. Об этом ничего не было сказано в советской печати. Лишь 25 сентября 1949 года появилось сообщение ТАСС, в котором говорилось: «Советское правительство, имея атомное оружие, тем не менее выступало и выступает за запрет его применения». И вот прокомментировал это было сообщение карикатурой в «Известиях» Бориса Ефимова. И рядом шли стихи Михалкова. «Дули-дули раздували, каждый день и каждый час. Всем грозили, всех пугали. В результате прочитали сообщение как-то раз. Сообщало миру ТАСС. Просто, ясно, без опломба, что, мол, атомная бомба есть у вас и есть у нас. ДАСС». Атомной монополии США пришел конец. С конца 1949 года Советский Союз стал создавать ядерный щит, который постоянно умножался и который до сих пор оберегает безопасность России.